В конце декабря на улицах города, как подснежники, расцветают точки торговли пиротехникой. В некоторых петарды готовы продать даже детям. Несмотря на небольшой размер, устройство способно оставить шутников без глаз и пальцев. А слабоумие и отвага нередко заставляют молодежь наспорно нарушать технику безопасности. Запускать фейерверки в Казани можно лишь на 4 площадках. Чтобы соседние дома не оказались под обстрелом, расстояние должно составлять не менее 50 метров. А устанавливать устройство нужно на твердую, ровную поверхность. Раз или два раза в год случается во время новогодних праздников отрыва конечностей из-за неправильного обращения с пиротехникой. Нельзя прикладывать какой-либо снег или лед, так как в снеговую валю тоже могут разные инфекции быть, и мы только можем усугубить данную ситуацию. У нас в двух местах в Казани, получается, занимаются такими видами травм. Это Семагородская больница и Республиканская клиническая больница, травмоцентр. Вот вам там окажется квалифицированная помощь, и, скорее всего, спасут данную конечность. Если есть такое подозрение на то, что повредился глаз, например, туман перед глазами, который через некоторое время не уходит, или темные пятна образовались, или светлые пятна, и это не уходит там через 5 или 10 минут, лучше сразу звонить в скорую помощь. Круглосуточно у нас работает в Казани Республиканская офтальмологическая больница на Бутлерова 14. Выбирая, откуда скатиться на санях, избегайте мест вблизи водоемов и деревьев. Предпочтение следует отдать специально оборудованным площадкам в городских парках или подготовленным склонам на базах отдыха. Если после неудачного съезда пострадавший не двигается, действовать необходимо особенно осторожно. Самое страшное, что мы можем заподозрить, это травма спинного мозга, спины. Если человек не двигается и не может встать, лучше пускай полежит, не надо его резко тянуть, чтобы он встал. Надо сначала подойти, сказать ему успокоить его. Можешь ли двигать руками, ногами, если там какие-то болезненные ощущения в руках, ногах, лучше пускай лежит и вызвать на помощь. Не повторяйте чужих ошибок, чтобы не встретить Новый год в больнице. Соблюдайте технику безопасности, берегите себя и своих близких. Ариадна Кугушева, Универньюз.